Здравствуйте, в эфире программа «Выпуск» на канале ЛДПР ТВ, в студии Вера Ионкина, и о главном к этому часу. Проход британского эсминца у берегов Крыма осуществлялся в рамках операции по поддержке Киева в вопросе территориальной принадлежности полуострова. Об этом сообщила телерадиокорпорация BBC, опубликовав выдержки из секретных материалов Минобороны Великобритании. Согласно документам, рассматривались два маршрута прохода боевого корабля. Один безопасный и профессиональный, другой небезопасный. Первый проходил вдали от Крымского побережья, однако британские военные сделали выбор в пользу второго, несмотря на риск столкновения с российской погранслужбой. Владимир Жириновский считает, что впредь в отношениях подобных провокаторов нужно действовать жестче. Происходит все 100 лет. Ничего нового нет. В 41-м немцы постоянно нарушали наше воздушное и морское пространство. И все 76 лет после окончания войны постоянно это происходит. И на Дальнем Востоке, и на Балтике, и на юге. Поэтому сейчас были предупредительные выстрелы. В следующий раз нужно отбомбить ближе к корме, к судну. Так, чтобы волна морская как следует окатила бы все этот кораблик. И матросы бы попросились бы на берег. Рядом Констанца, румынский порт. И немедленно сошли на берег, вызвали самолет из Вашингтона и улетели. А этот эсминец будет стоять, как ржавая консервная банка. То есть усиливать вот такие заградительные меры, чтобы никому было неповадно вторгаться, не только вторгаться в территориальные воды России, а подходить вообще. Я никогда Крым не считал частью Украины. И мы здесь в парламенте ратифицировали соглашение о вхождении Крыма в состав России. И у каждой территории есть определенная морская полоса, которую пересекать нельзя. Если мы согласимся, что данное британское судно находилось в территориальных водах Украины, тогда нужно выбрасывать белый флаг и заканчивать с нашей страной. У меня позиция одна. Это наши территориальные воды. И кто еще раз пересечет границу наших территориальных вод, это судно будет разбомблено. И акулы и рыбы будут жрать вкусное мясо британских моряков. Вот так нам уже им сказать, они близко на 100 километров не подойдут. Поэтому надо действовать жестко, решительно, тем более, когда речь идет о наших территориальных водах. Более 2500 инициатив стали законами за 5 лет работы 7-го созыва Государственной Думы. Среди них целый пакет социально ориентированных нормативных актов, в том числе о поддержке семьи с детьми. Увеличены пособия и размер материнского капитала. Его дают теперь и на первого ребенка. Принято решение об обеспечении школьников горячим питанием. Более 30 законов приняты в связи с распространением коронавируса. Отдельно о помощи в пандемию гражданам и бизнесу. Владимир Жириновский подвел итоги деятельности Госдумы 7-го созыва. Парламент плодотворно поработал все 5 лет. За это время были большие события и на Ближнем Востоке, и в Европе. Мы своевременно на все реагировали, принимали постановления. То есть в вопросах внешней политики, международной безопасности мы были практически едины и своевременно и эффективно отреагировали на все вызовы, связанные, так сказать, с обострением обстановки в мире. Мы знаете события в Сирии, Афганистан, Украина и так далее. Но наших граждан больше всего волнует внутренняя политика. И в первую очередь люди, у которых малые доходы. Это семьи и дети. Мы сделали мощный рывок вперед. Мы дали большее количество пособий. Теперь у нас пособие получает беременная женщина. Раньше этого не было. Мы будем заботиться о неполной семье, где мама с ребенком или папа с ребенком. Они тоже нуждаются в поддержке. Мы даем отдельные пособия на детей разных возрастов. От 1 до 3 лет, до 7 лет, до 16 лет. Наконец, каждому школьнику в августе в его семью придет 10 тысяч рублей. 5 детей, значит, 50 тысяч рублей. То есть на ребенка будет выплачено 10 тысяч рублей, чтобы он хорошо подготовился к школе и 1 сентября с улыбкой пошел бы в школу. Поэтому социальная забота проявлена максимально, лучше, чем в других странах мира. Здоровье. Так сказать, Министерство обороны срочно
смонтировали десятки новых больниц, госпиталей. И в гражданском секторе переоборудованы, достроены еще очень много больниц. Новое оборудование поступило. Впервые страна получила прибор, анализ крови, по которому можно определить первые признаки раковых заболеваний. Мы можем спасти теперь всех людей от онкологии. ЛДПР всегда стоит на страже интересов россиян, однако большинство социально направленных инициатив партии так и остались на бумаге. Еще часть были позаимствованы у ЛДПР и им предложены от других фракций. Депутат Дмитрий Пьяных надеется, что богатые наработки ЛДПР будут поддержаны новым составом Государственной Думы. Седьмой созыв заканчивается. Большое количество инициатив от ЛДПР было принято в различных формах. Иногда это было принятие прямых законов от ЛДПР, иногда наши законопроекты перерабатывались в инициативу других партий. Как это было с 31 декабря, мы знаем, на все этот громкий случай, такой яркий пример. Но, конечно же, много законов, которые не поддержали представители технического большинства, много законов, которые могли бы улучшить жизнь многих категорий граждан, не были приняты. А еще больше даже не были рассмотрены. Сегодня в портфеле ЛДПР сотни законопроектов, которые могли бы улучшить, еще больше сделать, еще легче сделать жизнь наших граждан, могли бы помочь им в трудную ситуацию. Но, к сожалению, такие вопросы не были рассмотрены. Я надеюсь, что при формировании повестки 8-го созыва эти инициативы будут включаться в приоритетном порядке. Фракция ЛДПР на этом настаивает. И мы надеемся, что та вот динамика положительная по принятию законов ЛДПР, она будет нарастать, усиливаться, и все больше инициатив наших будет принято. Конечно, лежат инициативы, которые требуют скорейшего рассмотрения, в том числе есть инициативы, которые вносил я как соавтор этих законопроектов. Мы вносили закон, который предусматривает ограничение по сумме списания по арестованным карточкам для отдельной категории граждан, в первую очередь для инвалидов, для пенсионеров. В общем-то, мы говорим о том, что, что нужно оставить людям средства на существование. Не всегда они виноваты в том, что они попали вот под этот пресс судейской машины, когда просто по судебным приказам, иногда даже люди не знают о том, что они, в общем-то, уже вынесено какое-то решение суда, по судебному приказу у них арестовываются карточки, и до 50, а в некоторых случаях и до 100% списывалось от их доходов. А мы понимаем, что пенсии по старости и страховые пенсии, они не самые большие выплаты, которые есть в Российской Федерации, далеко не самые большие. Поэтому, конечно же, там потеря 50%, даже 50% от этой суммы, это такой существенный, в общем-то, удар по бюджету, вообще, в принципе, по жизни граждан. Россию накрыла третья волна коронавируса. Наиболее тяжелая ситуация в Москве. За последнее время в городе 5 дней подряд установлен рекорд по смертности. Для того, чтобы переломить ситуацию, московские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан. Владимир Жириновский напомнил, что ЛДПР настаивала на вакцинации одной из первых. Нельзя думать, что призыв провести вакцинацию страны, что это забава правительства. Это суровая необходимость. Это своего рода война за здоровье людей. И из двух зол выбирается меньшее. Как тогда, только благодаря голосам, которые получил ЛДПР на выборах, победив по партийным спискам, мы получили первое место. Так и сегодня. Единственная партия в парламенте, ЛДПР, с первого дня жестко просила, хотя бы начните маски оденьте и перчатки. Это было еще в том, в марте 2020 года. Поэтому здесь параллель вполне подходящая. Без Конституции переворот антигосударственный, без прививок гибель огромного количества людей. Обещанного, как известно, 3 года ждут. В Нанайском районе Хабаровского края ожидание открытия новой школы растянулось на 8 лет. Новый учебный год школьники начнут уже в новом здании, пообещал в Рио губернатор региона Михаил Дегтярев.
В прошлом году, вы помните, мы здесь были, в августе месяце, здесь не было ничего. И спустя почти год стоит двухэтажное здание. Через неделю, как уверяет подрядчик, будет полностью готова крыша. Подрядчик нам говорит и заявляет, что в августе месяце он строительную часть закончит, останутся процедуры по вводу в эксплуатацию, они тоже занимают время, и потом еще лицензирование. Роспотребнадзор регламентированный срок месяц, но есть договоренность, что они оперативно проработают. Мы с учетом еще и лицензирования, которое есть в Министерстве образования, за месяц должны будем все сделать. Ждут школу в Найхине 220 учеников. Старое здание закрыли из-за аварийного состояния. Там не было мастерских, медкабинета, туалет на улице, спортзал в грибке и плесени. Уже несколько лет занятия проводят в неприспособленных для этого помещениях детского сада и местного детдома. Впервые о новой школе в Найхине заговорили в 2013 году, пообещали людям. Федеральные деньги начали выделять в 2018-м. Ввод в эксплуатацию стоял по графике в 2020-м. Как мы помним, здесь конь не валялся летом прошлого года. Не было даже фундамента законченного. И сегодня только мы выходим на запуск школы в этом году. По дороге в Троицкое остановка. На трассе А-376 Хабаровск-Лидогование на Комсомольск-на-Амуре идет реконструкция. С 2019-го это федеральная собственность. Финансирование ремонта стабильное, сразу 120 километров в работе. Дорога была, я хочу сказать, в плачевном состоянии. Везде были дефекты дорожного покрытия. Закатать в асфальт – это полдела. Главное не забыть про придорожную инфраструктуру, автосервисы, шиномонтажки и кафе и устойчивую мобильную связь. Краевые власти уже ведут переговоры с операторами. Сотовая связь есть только на перевалах, но это не всегда удобно. На встрече с жителями опять школьный вопрос. Остро стоит проблема с местами в учебных заведениях всего Нанайского района. Обнаружили такой факт, что в Троицком, только в Троицком, значит, обе школы заполнены более чем на 200%. Мы сегодня здесь платим людям деньги, чтобы они рожали, то есть увеличивали население. Министр образования докладывает, Троицк, Чикдамын и Бикин попали в программу по строительству новых школ, стоит запастись терпением. А в завершение главная тема, пожалуй, от всех жителей, живущих на Амуре. Путина, глава региона, анонсирует большой рыбный форум в августе, где все проблемы обсудят общественники, Росрыболовство, Ассоциация коренных народов и наука. Это был сюжет от наших коллег с телеканала «Россия-1». Но у меня к этому часу вся информация. Напоминаю, трансляцию эфира вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Всего вам доброго, до свидания.